Достал металлоискатель. Вот так он выглядит, если вдруг кто не знал. Что сказать по настройкам? Я обычно при поиске металлолома чувствительность всегда ставлю на 100. Помех практически не бывает, несмотря на то, что катушка в снегу там, в грязи все. Вообще один раз только катушку чистил, вернее защиту, там есть защита. Под ней было куча грязи и травы, но тем не менее помех никогда не было. По дискриминации я выставляю 30 или 35, тем самым отсекаю мелочь по звуку, то есть гвозди. Все, что до 30, у нас будет глухой звук, а все, что выше, звонкий. Если хотите полностью исключить звук, то надо будет выставить примерно 50, тогда до 20 у нас полностью звук отключается. Но некоторые люди вместо дискриминации, как я заметил, отсекают мелочевку, вот уменьшая чувствительность, к примеру, ставить на 80, там на 70, на 50. Но, по сути, это получается то же самое, что мы выставим на 100 и поднимем катушку повыше. Действительно, мелочь отсекается, но у нас в глубине теряются большие объекты. Уменьшение чувствительности – это потеря в глубине больших объектов. А когда мы дискриминацию выставляем, у нас большие объекты в глубине не теряются.